Семена бархатцев, отклоненных Superhero Yellow, Superhero Yellow, дают сильные, эффектные растения, которые начинают цвести примерно через 8-10 недель после посадки. Однолетник развивается активно, вырастая в небольшой компактный кустик высотой около 30 см. Растение хорошо растет на любых почвах, цветет с июля по октябрь независимо от погодных условий, любит солнечное местоположение. Куст обильно усыпан желтыми гвоздиковидными бутонами, издали притягивающими взгляды. Бархатцы хорошо смотрятся на разных клумбах в качестве общего фона, основы или яркого акцента. Бархатцы, отклоненные Superhero Yellow, это однолетнее растение высотой 25 см. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Бархатцы прекрасно используются подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания бархатца прекрасно подходит открытый грунт. Расцветают бархатцы, отклоненные Superhero Yellow, в месяц июнь-август. Цветок окрашен в желтый цвет. Интересные цветы бархатца могут быть до 5 см. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.